Он гордился своей профессией и заставлял молодых коллег тянуться за собой. После тяжелой болезни на 88-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, а также известный в городе журналист Ростислав Радецкий. Ростислав Александрович был для нас примером того, как нужно любить свою родину, как нужно любить людей и как нужно любить свою профессию. Ростислав Радецкий с удовольствием делился своими воспоминаниями о войне с читателями городской газеты, со слушателями и просто собеседниками, за что неоднократно награждался дипломами Союза журналистов России. Он занесен в книгу почета Димитровграда. Много лет являлся членом Совета ветеранов. Прощание с Ростиславом Радецким состоится в субботу, 27 сентября, в 13 часов по адресу улица Московская, дом 26.